На сегодняшний день из плановых объемов зимних перевозок в размере 700 тысяч тонн фактически до пунктов назначения доставлено 272 тысячи тонн. Якутоптторгом из 1500 тонн отгруженных социально значимых товаров доставлено 806 тонн. Накануне открылись два автозимника по направлению Белая гора-Чекурдах и перекрытый ранее наледью зимник Тюбелях-Хану также начал свое нормальное функционирование. По этим направлениям перевозятся сотни тонн топливно-энергетических ресурсов. Но по-прежнему сохраняется тяжелая ситуация с автозимником к селу Березовка Среднеколымского улуса. Там запасов топлива остался лишь на несколько недель. Автоколонна с углем готова, она пойдет вслед за дорожной техникой. Ну, плюс мы там еще разрабатываем план дополнительных технических мероприятий, чтобы увеличить работу котельной. Котельная потребляет в день 3 тонны. Мы планируем использовать подушку угольную для того, чтобы обеспечить топливом. Ну и разбирать деревянные дома старые, ну, чтобы замещать уголь деревом. Вот это нам позволит увеличить работу котельной, вот если дорожники нам не смогут открыть зимник еще на дней 7-10.